1975-1980 год. Играл в Владимирском академическом театре драмы имени Луначарского. В пьесах Шекспира «Двенадцатая ночь», «Вампилова», «Прощание в июне» и «Старший сын», «Горького», «Варвары», «Рощина», «Муж и жена снимут комнату», «Шварца», «Золушка», «Мопассана», «Милый друг», «ИДР». В это же время начал писать сценарий. Заниматься режиссурой. В 1979 году выступил в качестве режиссера-постановщика спектакля «Бойкот» по пьесе «Железниковый», «Гамлет» по пьесе у Шекспира.